Называется «Капский варанчик хочет кушать». Дубль второй видео. На самом деле он не такой уж голодный. Я с утра покормил его двумя сверчками и двумя зафобосами. А только что дал размороженного голыша. Так что он уже не такой голодный, как с самого начала. Но за палец еще может ухватить. Три раза сегодня хватал за пальцы. Когда голодный, он гораздо более активен. Сейчас мы попытаемся его слегка приманить пальцами. О, как он реагирует на них. На еду. Потому что шевелится, значит еда. Поскольку мы его немного раздразнили, он немножко погуляет. Поищет, чего бы перекусить. Он так реагирует на мои пальцы. Стоян, Стэнли. Сейчас мы кормить его не будем, покормим чуть позже. Кажется, он решил немножко искупаться. Это был короткий заплыв, судя по всему, иначе бы он не вылезал полностью. Судя по всему, он хочет сходить в туалет. Сходил в туалет, куда нужно, и теперь можно отдыхать.
На коврике он практически не сидит, лишь немножко, поскольку убежище у него так же тепло, как на коврике. Динозавр ушел к себе.